Ребят, привет всем, это Петербургский вокзал 2 на 2 с Димой. Хоаким Пеппер, Элизиум сейчас, да, Дим, ты поменял ник. Вернулся к старому нику своему, так сказать. Правильно говорю? Нет, Правильно. да. Ребят, это Петербургский вокзал, на котором нас разорвали вчера с пацанами. Там, конечно, Саша был, Вася Сталин и Андрюха Нархапанда, конечно. Порвали нас китайцы тогда. Сэр Вильямс и Глобардак. Давайте посмотрим, окей. Так, что вы предлагаете? Угу. Понеслось. Так, ты тогда идешь на бензин, на вот этот. И вот здесь продвигайся по чуть-чуть. Бронетранспортер снабжения прибыл у них. Пехота, пехотная рота вермахта и фольксгренадеры. Это все отсюда вот вышли. Так, папа, значит, западного не было. Вот отсюда. Не исключено, не исключено. Так, а мне что, их вот здесь обжать и к тебе идти? Тогда мне надо в два пулемета этот 100%. Тут один ставим, а тут второй. Нам бы вот это занять еще. Вон пулемет у них вышел только что. МГ-42. Угу. Фольксгренадеры еще одни. Натягивайте, натягивайте, пацаны. Натягивайте колючку, чтобы они не пробрались. Я думаю, у тебя там будет вся движуха. Ну, посмотрим. Пулемет не случайно. А что тут? Тут гадалки не ходи. Так. Вокзал уже занят, меня поперло. Угу. Сейчас подтянусь к тебе. Раз на вокзале они там, говоришь, осели. Давайте полегче, пацаны. Полегче, да? Ага. Попались. Да, вон все. Польки. Да, у меня запад. Чек. Держись. Ну, понятно. Угу. Нормально, нормально. Так, я тоже чуть-чуть отогнал их. Будем бока держать или центр жать? Да будем жать с твоей стороны будем. С твоей стороны будем их выжимать. Вам нужно что-то построить. Так, что ты? Что у тебя так, блядь, слышно, как ты там клацаешь вся херня? Ну, я не знаю, вроде прикручу. Давай, 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 давай. Раз, все, отходим. Так, тут нормально.
Этих нет у тебя, как... Ага, все, коктейль Молотова залетел. Нормально, нормально. Вроде горят. Ну, на вокзале так-то надо... Крупнокалиберный пулемет МГ-34 прибыл. Он не хуже, чем 42-й. Ага, понял. А давай, сейчас попробуем. Давай, давай, я пока прикрою их. И надо пушку тащить, чтоб отсюда выбивать их. Этих ты подпалишь, да? Угу. Ага, побежали. Лопатники, твари. Твари, лопатники. Смотри, смотри, какие хитренькие тут ходят. Ну, вот, вокзал выйдет. Угу. Машины. Есть. Отлично. Это слабенькие. Вначале всегда так. Слабенькие немцы. Опять дом за мной. Посмотришь, послушаешь потом видео, посмотришь и послушаешь, какие звуки от тебя посторонние. Все хорошо. Прикручу. Я не знаю, может у тебя микрофон прямо там стоит. Так, что там у них? Пехотное орудие. Пехотное орудие, это плохо. Давай, 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 кидай. Хорош. Хорош, хорош. Так, ну что вы с миномета? Пополняемся, пацаны, пополняемся. Отступаем. Сколько они могут его занимать, да? Ты не говори. Снайпер? Да, снайпер у вермахта. Вот, все. Блин, это не дело. Надо его взрывать. Нормально, нормально. Сейчас на центр тебе подтягиваю. Так, я не знаю, что там. Опять залезли, представляешь? Надо выкурил. Я сейчас буду тоже обстрел по... Ого! Давай, давай. Закидываем туда им. Ой-ой-ой. Машинки нету, да? Нет. Там минометная у них. Так, по-быстрому. Т-4. Иду. Ну что там их осталось? Сколько? Минометная машина. Минометку, да, надо. И снайпер видел где? Нет. Вот, 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 вот. Ух, их там. Ага,
понятно, кого сказали. Че, только что? Завалился мне на нас. И смеху, блядь. Да, ты в Т3 или в Т4? Я в Т4 уже достраиваю. А, тогда... Я уже достраиваю Т4. Даже я отступить не успел, да? Ну это я сильно нахуй. Оп. Давай, 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 пушечка, не подведи. Есть один. Ой-ой-ой, там что у них? Минометные. Заразы. Угу-угу. Обходим. Я начал по ихнему валить. Да, подумал. Раз. Миномет, миномет, уводи свой. Ой-ой-ой. А шо ж никто не прикрывает у нас отсюда? Чтоб проходной двор. Давайте, давайте. Жесть там. Жесть. Давай, давай, заползаем, заползаем. И прикрыть-то неким, да? Нет, нет, там пулемет выключали нормально. Ой-ой-ой. Так, машинка вполне не да. Делаешь, да? Да, делается. Катюшу делаю. И два отряда. Давай, да, пушку. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это они пошли. Что, и по огню прямо пойдут? Ну это наглость. Жесть. Продавили нас. Да, есть такое. Так, пополняюсь. Пополняюсь. Так, ну кубинки надо собирать, короче, оттуда раз. 500-314. Немцы захватывают вторую звезду, достраивается Катюша. Так, что у нас? Пулеметный расчет. Сюда идем. Сюда тоже идем, пацаны. Давайте, давайте. Да, с боеприпасами напряг. Фольксгренадеры вышли. Сейчас я построю. Так. Ваш приказ, товарищ. На марше. Выступаем. Буду еще тут поминирую слегался. Хотя лучше, наверное, не минировать. Подожди, подожди, там это своим не беги. Я сейчас попилу, что мы вместе пойдем. Они пушки позабирали наши все, между прочим. Как мы сейчас будем? Они нас сейчас просто... Я не бегу, что бежать-то. Смысл бежать. Мы служим народу. Проверьте снаряжение, выдвигаемся. Мы на прицеле врага. Вон, видишь, ты рыжный. Ну, близко не подходи, равно скинем шашлык. Давай, давай. Все, этих надо позабирать. А где пополнение машинки? Подведи, вот. Подведи. Чуть ближе подведи. Да-да-да-да, вот. Ой-ой-ой, там разрывает что.
Я зажигал постепенно. Суки. Суки. Я даже гранату прокачиваю. 85. Дал уже. Все, погнали. Нам дадут автоматы. Тут четверочка. Так, ладно, машину тебя сопровождать будут. Так она ж у тебя без этого самого. В том-то и дело, тут что-то. Так она беспонтовая. Что ты собрался? Ты только потеряешь еще. Не надо, не надо, наверное. Супер. Тебя сейчас просто расстреляют. Не имею еще положено. Жесть. Закидывай. Так, еще одна Катюша. В8 надо накопить нормально. Так, наша звезда, это уже хорошо. Сейчас обойду. Жесть. Ну не знаю, не знаю. Посмотрим. Сейчас глянем. О, попали. Голубки. Я еще там Катюшей зарядил по ним. Давай, давай. Ой-ой-ой, забирай, забирай. Забирай, говорю. Ты еще шашлыка туда, да? Mm-hmm. Нормально. Им понравится. Я надеюсь. Я надеюсь, им понравится. Кто забрали? Ну все же им одним. Пополняй, пополняй. Пополняйся, пополняйся. Ого, хорош Катюша, да. Это все, продвигаемся. Все, продвигаем. Продвигаемся, продвигаемся. Продвигаемся, продвигаемся. Вот. Еще тут им чуть-чуть. ИС остался, копи. Давай. Копи, копи. А я 3485 сейчас насобираю. О, давай, это бодро вещь. И закончим этот балаган, я думаю. Так, сейчас перезарядится Катюшей, даю залп. И можно по чуть-чуть продвигаться. Да, я хоть пушку сделал, вроде укрепился. Да в бою заберем. Они ремонтируют, смотри. Вон и пушка. Пушечку нашелся. Ой-ой-ой-ой-ой, ты видишь, где они?
все. Ай-яй-яй. Аккуратно, горят. Падла, это вам за пацанов. Угу. Угу. Так. Пошли вы. Так, 3485, не хватает 30-очки бензина всего-навсего. Ну, мне еще сотки. По-моему. Так, а мне надо тут кое-кого подпалить еще. Так. Нормально, слушай. Нормально. Катюшей даю второй. КВ-8 или ИС-2 дай? Что-что? КВ-8 или ИС-2 дай? Я думаю, они опять мой забрали отряд. Знаете, вам мой отряд. Я думаю, у КВ-8 будет повыгоднее. Нету для ИСа не с кем воевать. Понимаешь? Техники да. Нету у них. Нам надо сейчас заехать, зашмалять их, да и все. КВ-8. Пополняй пулемет быстрее свой. Наконец-то. Прокачаю. 140, 3485 вышло. Все. Сейчас им жопа. Сейчас на этом и закончится. Жду тебя вот около этого входа. Ты хочешь оттуда рвануть? Окей. Ага. Давай. Да Панзер 4 приехал. Вот, это твоя работа. О, угу. Машину забрал. Которая пополнение. О, это. Ё-моё. Надо вообще пробегаться, тут все горит. Жену они так-то задрали. Все, заезжаем. Погнали. Ой-ой-ой, гренадеры. Давай, давай, давай. Пауску успели сбить? Пополни пулемет, пополни пулемет. Успею. Назад, 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 уезжай, назад, отъезжай, отъезжай к вышкой. Езжай, езжай. Ну куда бы мне? Нормально, нормально, сейчас прикрою. Ой-ой-ой, там насаживают 3/4, так. Води, води, сваришь. Да бляха муха, бляха муха. И прям едет на нас, да? Забирай. Нет. Ты что, с ней нет. Так переключи ты, пиздец. Переключи ты на пушку его. А чё ты? На. Двухзвездочную Катюшу проебал. Да, пушку все-таки. Ой-ой-ой. Миниру есть чем? Есть. Нет. Сейчас они одним танком нас тут. Жесть, что за звуки, блядь? Пантера. Ты тоже все потерял. Вот это мы просто волосились. Вот это, блядь. Зря поспешили. Блядь, надо Катюшу уводить. Да, Дима. Которые готовы к заданию. ПТО
Еще и захватывают звезду еще одну. Давайте, бензина нету, жесть. Сто сорок надо. О. Да, так сливать, конечно, это жестко. Не спеши, три четверка, не спеши. Не спеши. Нам нужно их щемить. Нам надо срочно при том их щемить. Потому что это так плохо сыграли. В этом и сесть негде. Пулемет. Да. По максимуму точно. О, какая. Он на шашку скушал. На пушки скинул. Ну. Четыре восемьдесят пять. Отъезжай, отъезжай чуть-чуть. Отъезжай по чуть-чуть. Давайте. Они опять там поставили аптеку себе, суки. Давайте, давайте. Вот это идет. Нам на пантеру. Щемить. Жесть. Вторая звезда. Суки. Пополнение машинку сделай срочно. А, уже сделал. Сто девяносто девять, надо что-то продвигаться. Да, да, видел, все видел. На пулемет был. Вот сейчас давай. Где пополнение? Бляха. Наша пушка там аккуратнее. По нам же, блядь. Аккуратнее, аккуратнее. Аккуратнее, аккуратнее, куда ты? Я увожу ее. Да не, все, уже попрощайся с ней. Да не. Фартануло. Ну что делаем?
сбоку заходят. Смотри, разворачивай. Пушку разворачиваю, говорю. Дим, два раза тебе сказал, пушку разворачивай. Разворачивай, меня просто лагает. Машинку за пушки задвинь. Ремонтируй 3/4. Идут. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Машину забирай. Суки. Суки. Все звезды ихние. Разворачиваю. Блядь. Пулеметы нужны, пополнение. Ждем вашей команды. Жесть, все звезды ихние. Панзер 4-й приехал. Вам нужно что-нибудь? Пути. Есть приговор. Родина растет. Я в шоке. Давай, пришел. Быстрее, ребят, быстрее. Власть придержала. Давайте, давайте, 400. Всего лишь 300. Да, товарищ. Да, командир. Угу, угу. На тебе еще разочек вам туда для профилактики. Вторая 3485. Есть, там нормально похоронила их только что. Пополнение. Пополнение. Ай, хорош обстрел. Твоя пушка дали, подъехал в машине. Пони. Я пулемет один. Все, надо их добивать и срочно при том. Подвигай всех, кого можешь. Угу, пополняю. Я думал, если честно, проиграем. Сильно много ошибок. Ненужных. О, пантера! Пушки есть, да. Второй вперед. И базик вчера, да. Пушки двухлучковые, нормально, конечно. Да, да, я тоже так думаю, что сейчас нормально должны раздать. Что, они уехали обе? Да, но пантера на соплях держится. Да, так и панзер так же само. Вот он.
Вот там пушки. Пантера. Да, я пушки передвигаю, все. Пополняй, пополняй ремонт. Идем, идем. Я забираю пушки еще. Давай, давай, забирай конечно. Ай-яй-яй, смотри. Это говно. Давай, давай, катите пока... Вот, сука, расстреляли в спину. Тварюки. Ремонтника, пополни ремонтника своего. Ты сысу. Добивай это говно сначала. Назад, назад, назад. И сом назад. О, вот это пальчик. Это новый пальчик. Так, 3-4. Нормально, нормально. Угу. Пополняю, я там пополняю. Вон одни. Ай, суки, блядь. Твари! За двухзвездочных. Вот говно надо расстрелять. Ну, да. Сейчас надо уехать, ну, одной тэшкой. Давай, давай. На, твари. Вперед, вперед. Не останавливаемся. Давим их. Давим, давим. Еще одна 3-4, отлично. Все отлично. Заезжай. Вон, вон, вон они. Наши трехлучковые. Офигеть. Ай, офигеть. Там пушка наша. Я в шоке. Ну, суки, сейчас я им сделаю. Так. Да, дал туда. Тоже, да, не помешает. Угу. Пулемет на трассе. О, хорош. Пушки нет. Панзер надо добивать, двухзвездочную скотина стекает. Вот он к нам приехал, куда он текает. Дебил, а не панзер. А, он обманул меня, прикинь. Ладно. Тут пантера, прикинь. Уводи, уводи в твою тэшку. Не, не уведу. Нет, пулеметом поехал? Не уведу уже. Подперла, падла ее. Там еще и панзерок. Сучары. Кто-нибудь остался у тебя? Да, минометчик. И пушка, которая вот здесь, да. Жесть. Пополняшка есть? Да, конечно. Тарабань есть. Быстрее к пушке. Отлично. Так, сейчас надо пацанов тут на помощь. Не сиди, не сиди, не сиди, сейчас расстреляю тебя. Видишь? Вот как пушки, просто нету и все. Падлы, я вам сейчас сделаю. Вот вам ответка наша. Пополняй, пополняй, у тебя вот здесь пополняй, Дим. Что-то что? Реактивка. Хорошо. Мы не с таким сражались. Давай. Пазик. Надо пушками его разрывать.
давай. Давим их, давим. Пушки посади правильно. Ай, нет, ты ж назад. Назад, нет. Не должен умереть. Если не должен умереть, если должен жить. Хорош, шашлыка только что. Пантера что-то психанула. О, пантера на близкриге въехала. Пополняй пушки свои. Ну, да, да. Наша, ладно. Так точно. Опа. Гребаный панзер. Как он надоел мне. Давай панзер заберем уже. Машинку жалко. Машинку жалко. Ой-ой-ой, ну почему? Как они так пушкой пришли под пулемет, под пушку, под тут движение сидит, а им все равно. Вот объясните мне, господа разработчики. Я по ним прошу. Отлично. Ну, в принципе. Хорош шашлыком. Нате. Нате. 25 выиграли. Фух. Фух. Просто привык принести газ. Часто была вот там прям мощная партия. Пума приехала. А, ну да, пума-то зарушает, да. Давай, давай. Ножечка. Все. Ребят, напряжный бой, бой напряжный. Тут что не говори. Фух. Хорошо. Так, Дима, делай что-то с микрофоном. Это жесть просто. Это посмотришь видео, это просто жесть. Но бой был хороший. Хоть и много ошибок, но все равно вытянули. Ребят, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.